Здорово, народ, и сегодня мы с вами обратим на технику правой руки, именно правой руки, что происходит при блюзовой игре у нас в правой руке. То есть мы с вами попробуем подсчитать, какие техники используются, да, и примерно сколько их. Итак, еще раз напомню, что мы сотрудничаем с магазином Strunker.ru, а также с магазином Pedalzoo. Вся информация в описании, и по промокоду The Smokish вы получите в этих магазинах небольшую скидочку. Итак, сейчас я исполню что-то, попробую максимально все эти техники впихнуть сюда в свою игру. Итак, сейчас я поиграю блюз, вы будете видеть только правую руку. Я буду играть так немножечко нарочито, специально, чтобы было все более наглядно. Итак, перейдем к другому виду. Ну вот, как вы видите, в блюзе не так все просто, то есть свои техники, их довольно много. В следующий раз мы перейдем к технике левой руки, попробуем посчитать, что у нас происходит в левой руке. Вот, и попробуем это все как-то синхронизировать уже. Итак, надеюсь, было интересно. До следующих видео.